Оператор, ты снимаешь же? Да. Снимай без ошибок, потому что сегодня будет самое настоящее свежее сало. О, я так выпуски назову. Сало, сыло, спорт, могила. Правильно? Вы давно просили, я таки для вас созрел. Друзья, всем привет, с вами Дискрибан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Сейчас пойдем на базар, купим свеженького. Не знаю, там, почаровок, что там. Ну сало, короче, с мясом. Такой рецепт в голове созрел, вы обалдеете. Я не знаю, ну, наверное, как это? Ну, пятиминутка. Может, даже быстрее. Ну, в нашем случае минут 10-20-30, потому что мы сейчас купим, пока дойдем, пока с Маратом поздороваемся. Короче, оставайтесь на канале. Получайте для нас, самое главное, заряд хорошего черноморского. Вот такого себе солнечного настроения. Будьте нам здоровенькие, имейте шикарный аппетит. И все, что я хотел сказать. А, ну там подписывайтесь, там лайкайте, пишите. Пишите комментарии. Главное от души, правильно? Эх ты, уснула, Бубочка. Такая погода, я бы сам спал. Но за салом надо идти очередь занимать. Слушай, я вообще что думаю, может подойти к Руслану, к пацанам? Вот там где-то сало вареное мы у них берем. Ох, оно бесподобное. Узнать технологию. Да кто тебе расскажет эту технологию, скажи мне? Зачем ты потом никто не расскажет? Ну, там мне расскажут, елки-палки. Здрасте, спасибо. Ты что, да вы же уже все купили, нам там нечего Слышишь, делать, елки-палки. А тебе не надо на Хинкали заказать тоже мясо на воскресенье? Ага. Здрасте, доброго ранку. Здравствуйте. Здоровенькие были. Что там, сало, салат, не помнишь? Ты что, чем вы полируете, блин, эти грибы? Ты посмотри. Елки-палки. Как это зубная паста, которая хорошо драет, не знаешь? Тихо-тихо не скажу. А, тихо-тихо не говори. Как она? Ты должна знать. Вайтенинг. Ну, как у тебя вот это? Я не знаю, как у меня. Это мы красим. А? Ну да, скоро же Пасха, елки-палки. Сначала Новый год, Сереж. Ну, отбери мы. Дерул тик-так или что? Я скажу, короче, ладно. Орбит. Молодцы, просто молодцы. Драйте так, чтобы, блин, у него что-то с памятью последнее время. А я когда это засало, у меня отшибло. Здрасте, у вас там просохло или чуть подождать? Хотите, можно? Пожалуйста. Все, Катюня, давай. Я еще раз обращусь к тебе. А я что думаешь, помнишь, что ты мне говоришь? Что? Не надо ли тебе заказать на Хинкали тоже мясо? А, в воскресенье едем в гости. Голяшку? Ну, голяшку. Да возьмем. Здрасте, у кого без очереди сегодня? Елки-палки, у Жеки вижу здесь. Жека, здорово. Ты что ты там язык развесил? Смотри у него, я тебе говорю, аж свисает с прилавка. Ты что? Все будет нормально, мне сегодня надо сало, Наташа, это по-братски. Сейчас. Не-не-не, сальцо будет сегодня рецепт, вы обалдеете какой. Это, наверное, сильно офигенное. Смотри, чего? Мне надо что-то... Смотри, да подожди ты, ну это даже не каждый себе богатый в Одессе может позволить. Ё-мы, а ну сделай так, чтобы Наташе было видно. Улыбайтесь, ты что? Наташа. Я и мое приданное, елки ты палки, все. Мне кажется, это шикарный кусок. Хорошо, но мне надо вот такое. А, почеревочек? Надо именно почеревочек, чтобы там была золотая середина. И сало, и этот. Хочу по секрету в афганском казане за 5 минут. Специи знаю только я. А ну давай, будем ждать. Сейчас будем ждать, набирать. Я так хочу, чтобы биточек. Да, биточек. Ну, будет другим рецептом. Вы что, фарш сами делаете? Прямо такой себе крупно рубленый. Что, мама не хочет котлеты? А, именно про то, что надо. Ёлки-палки, пельменями пахнет. Какой сегодня день недели? Четверг. Все, как мы любим. А на Хинкали какой? Ой, на манты. Говяжий. Говяжий, чисто говядина идет, ну, да? Там голяшку. Такой Русланный рецепт, вы не понимаете. Мы ели даже она холодное. Она сказала, что я, вот такое мясо, как Марат сказал, что самое лучшее, только без косточки. Это оно? Ну, то, что мы на Асабука брали, голяшку. Да. А мы сейчас с Жекой поговорим, он нам на воскресенье впили, да? И мы с утра заберем, да? Женечка. Блин, вылезали казан. Вылезали вообще просто. Человек 5 сбросила фотографию, уже приготовили. А, уже по твоему, как это, по нашему рецепту и твоей печени говяжьей готовят плов. Ну, это бесподобно, что там скажешь? Просто бесподобно. Конечно, долго повозиться надо, а готовится зато быстренько. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп и готово. Вкуснятина. Что, Наташа пришла. Слышь, надо ребенка куда-то отпарковать. А ну, показывай. О, ну то, что надо. Сколько у тебя его? Вот этот вот давай. Почем оно хочет, чтобы люди знали, что мы тратим деньги? По 180. Договорились, хорошо. Вот это давай. Пару кусочков. Все, у меня уже аж подкатило. Не могу тебе с собой баночки пол-литровой. Зачем? Слюни собрать. С маринадом расстаться, ты что, я на это сырю, у меня уже аж капает. А он тебе еще режет. А мне дивиться, это вам да жирный? Чего жирный? С одной стороны жирный, с другой стороны нормальный. Все должно быть сбалансировано.
Так, это 2, это 3, 4, 5, 6. Что? А что ты с ним потом делать будешь? Димону отправлю. Знаешь, как ждут? Димочка, крепкого здоровья, все будет нормально. Да, ты что? Я аж потею, елки-палки. Вот такой. 94. Песня. И вот такой, да? И хватит. Ты что у нас казан на 50 литров афганский? Я такой рецепт придумал, елки-палки. Короче, ребята, все увидите, будет нормально. Сразу не хочу говорить, но аж чешется. Ты что? Эй, елки-палки, мое ты хорошее. Это тоже стоит столько же? 220 по 200. Катя. Ну все, нам не надо уже, не брать. Блин. Да вот это бы засолить, но у меня, я хочу его немножко подварить, ускорить процесс. Все, хочу делить. 7,5, по 180, на 1350. Ох ты, тратишь, конечно, деньги, давай, ну, что ты. Ну, рецепт. А в маленьком казанчике тебе не варилось? А? Да в маленьком там только маме, а еще... Меньше. Слушай. Не скупись, правильно говорю? Там, кстати, давай. Вот тут квадратный кусок, если вам багато, да. На засолку, где бомба. Именно такий квадратный край. Нет, то на засолку я сделаю другой рецепт. Все. Ой, нормально, как раз на дно ляжет вот так вот. Кать, давай гроши там Марат уже на сало воет. Ого, ё-моё. И что, почем она? Ты ж держишь козыряки. Смотри, пошла, пошла. Апай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты что, шашлык одним куском? Гусинками гусин. Ай-яй-яй. Прямо не мясо, а фуагра. Почем домашнее? 280 по 270. Ну, можно договариваться. Грошей нема. Ти що? Да. Сьогодні тільки сало. Ну, та нічого, ёлки-палки. Такое ж, блин. Ну, за таким йдеш, от когда говорят, да? Хочешь купить кусочек, а приходится забирать весь. Потому что что? Такого вчера не было и вряд ли завтра будет. На тебе гроши, купи себе кусочек. А хватило? Ты... Слушай, сдачу. А, да, ну да? Так, ты что, сдачу сюда мне. На почину, то у меня геть ничего. На почину. Спасибо, дорогенька. Все. Давай, все. Спасибо взаимно. Вот такой себе короткий обзор базара. Все, валим в ресторан. Ты хотел мясо заказать. Тю. Кать, а что ты так быстро увела с этого подноса? Ты посмотри, елки-палки, это ж чистый ливер. Это называется субпродукты. Там, если его там побрить... Да я не очень хочу смотреть. Да елки-палки, ты что ты, блин? Там, ну, если побрить, щека. То будет нормально. Щека говяжья. Салкисона наварить. А, для животных? Да, спасибо. Есть, продают вот эти блинчики, именно щечки говяжьи. Ага. Вот их стуши, салкисончик, они бомба. А это идет говяжья мордочка, видишь? Вот то, что уже этот. Это берут собачку. Все. Ты не продавай, пусть полгода полежит, мы скоро собаку заведем, так что это... Да я шучу, елки-палки. Хорошо, Жека, мне надо будет голяшка на воскресенье. Килограмма так на 2-3, правильно? Больше. 4-5? Алена сказала, что килограмм с чем-то чуть-чуть было то, что вот мы были. У нас же большая компания. У нас четверо. Ну, это, ну 3 килограмма сделаю. Голяшка говяжья. 4 килограмма? 4 килограмма голяшки. Обрезной. Вот такой обрезной. Все. Только да? От крупной коровы. Мы утром воскресенье заберем. Часов в 9-10. Воскресенье? Да. Хорошо. Зафиксируй себе. Уже. Все, спасибо. Вот ты калькулятор у тебя работает. Не работает. Давай, я понял. Давай. Такое мясо свежее продавать. Все, конечно, работает. Пешочком? Иди. Что? Ты пешочком? Да, да, да. Эй, завораживающий кадр. Ёшкин ты кот. Оператор, под это дело не хватает только звука рынды. Ну, понеслась. Любовь моя, хватит уже, у людей глаза трещат на такое смотреть. Ты шо, ты шо? Эх ты, друзья, я уже здоровался. Марат Джан. Всем шалом. И он уже поздоровался. Ха! И как тебе? Да. Цвет? Прям кошерностью пахнет. Блин, я в шоке. Ты посмотри, какая она даже пахнет. Соломкой нашей, не знаю, там элементы камыша. Ну все, что доктор прописал. А что это за блеск? Кать, ты что, да не у всех губы так блестят. Удивительно. Красота! Короче, Марат, тебе японский нож. Аккуратненько. Как там? Туда, по сашими. А у меня немецкий нож. Ребята, в трех словах. Рецепт будет в афганском казане. Вот то, что в голове созрело. Эх ты, малыш.
как один из другого вылупился. Легкая закладка, если 15 минут для хорошей старой говядины, это самый раз, то, что доктор прописал, то здесь, я думаю, ну минут 7, максимум 10. Побурлит наше сало. Ой! Со спе... Катя? Чуть а не упала. Слушай, ну хотя бы если ты... Мне тут ну так ты уже должна знать свой фарватер, уже булками чувствовать она должна. Она просто похудела сильно, понимаешь, и она уже не чувствует свой вес. Это здесь ни при чем, я понимаю, что сейчас с ней происходит. Ты когда такое видишь, у тебя отшибает все полностью. Не говори, Катюня, точно. Так и извини. Держи себя в ногах, чтобы ты нам была здорова. Так, я так понимаю, крупными кусками. Кадр первый, дубль первый, Марат понимает. А если еврей понимает за сало, считай, что все. Счастье в этом мире есть. Еврей. Стой, тихо, не торопись. Вот теперь аккуратненько покажи вот этот вот замечательный срез, что делает японский нож. Смотри, допустим, пополам, вот правильно? Это пойдет целым кусочком. Вот это вот. На три частички. Давай вот так вот. Как я хотел на три, а он не хочет. Зачем на три? На две. Объясню, да, не торопись, аккуратненько, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что тут аккуратно, этот нож просто как это, лезвие бритвы. Смотри. Вот так. Это будет что-то с чем-то. Вот так. Ну, красиво. Так, смотри, вот так. Так, вот так. Теперь я. Здесь почти как по-японски. Вот так вот. Или... Вот не, давай. Вот так. О, точно. Вот так. Там, а дальше, мне кажется, вот японский язык это какие-то одни сплошные матюки. Ёшкин ты кот, Катюша, ты посмотри. Фу. Не, а тут мы поспорим, кто лучше режет. Японец или немец? Или кто лучше снимает? Ну, ты снимаешь так, что просто супер какой-то. Хорош. Ребята, наливайте, что у вас там есть прохладненькое, не знаю, там тепленькое, беленькое. Лучше, конечно, домашненькое. Потому что это сказка. Ну, такое сало даже сырое присолить сейчас. Давно уже наши подписчики просили, говорят, Серега, исполни сало. Ты уже ходишь, покупаешь его, ну его в баню. И вот, у кого есть аванский казан, считайте, что вы... А если просто король, в кастрюльке? Чемпион, сидишь, что? Можно и в кастрюльке? В три раза дольше варишь. Ну, можно, да? Конечно, можно. В кастрюльке. Люди на сало пришли. Здрасте. Здравствуйте. Ёшкин кот, кривой рог. Располагайтесь, будьте как дома, а мы готовим пока что-нибудь. Сальцо, например. Ого! Шо? Ого. А вы что, пить собрались? С кем? Вот это что? Марат, это мне, у меня ж диета. Да у Марата вот эта вот рюмочка. Отойди, не трогай, Катюня. Катя, я говорю, отойди, не трогай. А зачем вы это заказали? Типа это идет в рецепт. Какой рецепт? Любой немец меня поймет, что вот то шницель у них называется, без пива вообще нет смысла даже подходить к нему. Блин, я бы как дал сейчас с двух рук, прямо чтобы мне аж плохо стало. Катя, посмотри сюда. Тебе Слушай, видно? Я боюсь спросить, а как же диета? А? Шикардос. Не, так я люблю готовить. Просто класс. Из того, что мне пришло в голову, вот эта штука готовит молниеносно, быстро, вкусно. Это сало можно будет кушать губами. Дети, младенцы и даже бабушки. Угу. С дедушками. Вообще жевать не надо. Приготовить его удивительно. Чем мы его нарядим? А нарядим мы его пивом и рассолом. Я, когда делал крайний раз, я делал шашлык, и только рассол там был из-под помидор, я его замариновал. Марат, это что-то непередаваемое. Это, ну... Короче, сегодня будет слов сало нет. В рассоле с пивом. Сегодня будет компот. Идеально. Никогда такого чисто не пробовал, наш себе такой себе хохлядский украинский компотик, правильно? Все, я закладываю. Ты подавай патроны, слышь, а я делаю закладку. ЕБВГД, ты шо? До свидания. Что еще, осталось? Приятно взять в руки, понимаешь? Блин, ну так это же, блин, я даже не знаю. Это сам аромат этой шкурки, мне уже хочется уже в этом готовом ее исполнении вот так вот забомбить. Марат. А вот теперь, родненький, давай на глаз сюда что-то делать. Сольки. Это так вот чисто для вкуса внутреннего. Сахарок, куда же без него обязательно. Вот такая вот жменечка. А ты думаешь, потом тоже надо сольно натирать?
Лавриков родненький немного. Не пусть... бойся, он слабенький. Не, 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 все, два не надо. Эта штука, жена его так концентрирует, что на его баню. Два ему достаточно. Что да, у тебя сам. Тут? А вот это уже можно здесь душистый и черный просто кинуть вот так вот от души сколько есть. Сколько не жалко? А не жалко 23 маленьких и 17 больших. И 17 больших. Хорошо. Все будет хорошо. Это же еврей, елки-палки. Он даже если не хочет, считает. Потому что так надо. А вот теперь сюда выливаем пивас. Ё-моё. Там глоточек. А у тебя голова туда влезет? Нет, так когда мы только его приобрели, Катя все пыталась твою голову туда засунуть. Что за вкуснячее пиво? Кстати, про пиво. Мы в воскресенье, нас пригласили удивительные люди, мы уже были у них в гостях, поедем опять. Руслан наварил свежего пива домашнего, вкусное такое, и едем лепить манты. Русланчик. Мясо я уже заказал, тесто у них есть, короче, будет шикардос. Марат, ты вилку и сковородку оторвал? Сковородку, мясорубку. Доброе утро. Оригинал отреставрированный, Кировоград 59-го года. Ты что на так котлеты делаешь, что ты даже себе не понимаешь? Чугуняка настоящая. Просто в шоке. У него мама такая есть. Обычно алюминиевые, знаешь, уже там 60-х. А, ну, наверное, у него, да. А у него... Нет, то дюралька. Чугун настоящий. Это чугун. Не, да. Мама тоже тяжеленная, я помню по ощущениям. Все. Это я к дяде Диме зашел на Южный. Девочка, щиро дякую, красавчик, елки-па. А у него этих мясорубок выбирай не хочу, но я выбрал самую лучшую. Самую лучшую. Так, что? Эх, ты, рассол. Подожди, кориандр. Какое же сало хорошее без кориандра? Это вообще. Да. И ты знаешь, я вообще везде пихаю. Я знаю, что ты так пихаешь, он его в баню. Так, все. Немножечко. И будет тебе счастье. Что я еще хочу? Будем делать его острым. Или не надо? Не надо. Правильно? Я думаю, лучше прикусочку именно. Если ты положишь сюда немножко перчика, абсолютно не будет никакой остроты сильной. Так что, ты хочешь, чтобы мы эти колокольчики добавили? Добавь. Ничего не будет? Ничего, абсолютно. Поламить их не надо? Не надо. Все, все туда. И один оранжевый. Нет, а то яд будет. Не-не-не, дай ему, даже не бойся. А мара? Вот это... могу спорить с тобой. На такое количество ничего не будет. А если будет, мы его заставим все это сало съесть. Сам. Дорогие уважаемые дети, извините, в этот раз салом я вас... угощать не буду. Так, ну и то, в принципе, ради чего у меня вообще родился рецепт. Рассольчик от Марины называется. Я до этого думал, что вкусный в помидорах. Ага, нет. Это какой-то огурцовый шикардос. Жалко, что у меня никогда не бывает похмелья. Чего да? Жалко? Не повезло тебе? Мы вам устроим, Марат. Рассол такой шикарный для этого дела. Много раз друзей выручал. Но у меня не бывает никогда. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ну, огурцы придется сегодня съесть. Можно мне один? Конечно. Катенька, хоть всю банку. Марат, так все. Я и тебе заку сейчас этот достану. Смотри, какие красивенькие. Маринины огурчики, посмотри. Мариночка, ты шо? Вот человек умеет с огурцами иметь дело. Не только, да. Да вообще все, что касается. А, я шо хотел сказать? Она хрустит. Давай гутулю добавим. Давай. Это аромат я чего-то, против, чего-то необыкновенного. Рецепт твой, гутуля твоя. Все. Вот чисто вот так вот, красивенько. Потому что я очень люблю экспериментировать. И может быть, что-то я новое придумал. Или хорошо забыл старое. Сейчас проверим. Так, я думаю, волосатость. Точно не испортим. Ребята, фантазируйте, и будет вам счастье. Ой, а тут уже какой аромат. Главное не стесняться. Сейчас я ее обработаю. Катя, иди понюхай. Засунуть туда свое лицо? Нос. Морду? Лошадиную. Нос. Катенька, да хватит так сама себя так вот, блин, стебаться. Елки ты палки, ты что? Красавица она мне еще та, понял, а? А никак не может успокоиться. Что у людей комплименты. Ну, смеется она не так, как люди. Так что ж теперь, зато человек хороший. С кем он разговаривает? Со мной. Да? Ты слышишь хотя бы, как он? Конечно, слышу, Маратик. Сереж, тут так красиво. Катя, подожди, это еще без гутули. Тут будет еще красивее. А ну-ка.
Ёлки-палки. Ой, какие ароматы. Александр Васильевич, Алушка. Он сказал, говорит, Липованчик, самое наикращее сало, це полтавское. Сегодня, как это, имею честь и огромное желание заварить эту легенду, да. Одесская будет липованская по-любому. Ну и полтавская, конечно, куда же без него. Вряд ли там оно сгутули, не, они там коптят его. Еще одну, правильно? Нет, мне кажется, достаточно. Ладно, просто помыл руки. Эй, Абдулла, поджигай. Кадр второй, дубль третий. Надо так делать, да? Да. Как это называется, эта штука? Мы за все время, сколько я уже хлопаю, хлопалка? Как Хлопушка. Хлопушка. Нет, хлопушка. Хлопушка ее называют. Но есть, может, еще какое-то профессиональное название, но вообще хлопушка. А я думал, хлопушка только до этот... На Новый год? Не-не-не, с больницы Капуцинов фильм этот, понял? Когда пищ, фотографируют, и вспышка вот вылетала. Это, видимо, и пошло, да? Название, да. Ребят, пациенты из палаты больницы Капуцинов, да, кадр второй, дубль первый. Мы поджигаем. Ох, и сало, что за сало? Ах, сало, что с казана свисало. И что? Не, ну комплект. Так, это 50, это... 10. Хотя нет, это 30. Или это 50? Это 50, но по-нашему 30. Я понял. Не, я мне кажется, что чего-то так не хватает. Так вы уже определитесь. Еще, нам не хватает еще одного. Вот совсем большого, на 80. Или среднего. Ну или среднего. Ладно. Пусть. А мне кажется, что это вот их три. Нет? Нет, самый большой афганец на 80, если не ошибаюсь. Ну как? А это предыдущий. Нам предлагали, мы побоялись. Да, это на полтинник. А теперь ему не хватает. Так, что, все нормально, все работает, Марат. А что время засекать? Короче, я его закрываю, и с того момента, когда клапан сделает шиптун, засечем 10 минут. 10 минут, не больше. Все, согласен. Шаланды полные, кефали. В Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за буль... Варом хватит. Каштан над городом цветет наш Константин. Берет кусочек сала и тихо к Катеньке идет. А что ты там у Кати забыл? Ай-яй-яй. Марат Джан, ты чувствуешь пивной рассольный сальный аромат? Редненький, смотри. Ровно час я здесь делаю минималочки. Какой ровно час? Сейчас ровно час. Через 10 минут. Через 10 минут мы его выключаем. Не пугай. Иди сюда, оператор. Можно? Вашу обитель? Что? Зайти. Да ты какая-то, елки-палки, что ты привозная? Конечно, можно. Чеснок такой крупный, что не влазит, надо резать. Плохо вы впихиваете, Марат. Ну, это я, Сережа. То ли дело Сережка. Да. Ну ничего, у меня получится. Скажи спасибо, что я тот твой тибетский не взял. Там вообще один чеснок, одна головка, елки-палки. Лук и чеснок? Это мы сейчас сделаем. Нет, что? Там чистый чеснок. Чеснок. Оставьте в покое. Поняла? Хорошо, Сережа, продолжай. То, что ты сейчас спросила, поняла? Поняла. Или если не поняла, переспроси еще раз. Ничего. Тибетский чеснок отличается тем, что у него нет... Много зубчиков. Много зубчиков, есть один большой зубчик. Все. Я беру вот это вот перец молотый. У нас там будет чеснок. Что-то еще было. Перец. Ой, какой перец. Чеснок. Соль. Перец. А, и соль. Все. Вот это мы наколопуцаем эту замазку, и потом уже наше сало натрем в пищевую пленку и в холодильник. Ну, как это, предварительно дадим остыть. Правильно? Конечно. Ой, слушай. Вот тебе ж приехали ко мне, ребята, елки-палки, подарили. Когда? Здрасте. Когда это? Подписчики каждый день приезжают. Вчера, позавчера, на той неделе, не знаю, может завтра будет. Приехал и подарил, короче, скорпион мне вот этот Тринидад. Так я могу тебе два кусочка, если сейчас тот, конечно, перец не откроется и не сделает нам вот этот тайский рецепт сала. Как это, жопа дракона, чтобы мы его не назвали, понимаешь? Если все будет нормально, то вот это мы именно сделаем жопой дракона. Пару кусочков, чисто тебе. Что ты так смотришь? Ты опять на мне эксперименты хочешь ставить? Лизать? Вот если ты лизать? Не обязательно, не обязательно, не обязательно, говорю.
Просто тот перец, что мы добавили, вот ты попробуешь? И я попробую. Ладно. Эх ты. Как с тобой вот это вот. А огурчик что ли съешь? Спасибо. Боже мой, ты будешь? Ты не ржи, на. Всем припихнул. Так. Как-то не очень красиво это выглядит. Что? С фразой «всем припихнул». Прям про тебя в молодости. Катя, Марат. У меня сил нет от смеха. Прекрати. Я знаю, что я говорю. Серега, она что-то про тебя знает. Бесстыжая морда. Давай сало готовить. Это комплимент. Брадильной поступью, как надо по фасону, и догуляю, ладно, берегом Гудзона. Эх ты, все, хорош, короче. 10 минут прошло, оператор кормит Миланию, а я тут из-за этого, из-за другого. Хлобысь. И шо? Что, засекать время? Зачем? Не, мы же засекли время, когда зашкварчало, 10 минут, клапана поработали. Теперь я выключаю, и теперь пусть он сам себе уже там минут 15 на убывание уже сдуется, короче, в конце концов. А если терпения не хватит, так мы клапана откроем и ускорим процесс. Ох, там что-то будет, что там будет, да ты шо? Так вот рождаются шедевры. Ты же так красиво, что не хочется даже вырубать. Все, бросаю карасей в оператор и пойду. С этой стороны экрана куда покрасивее. Слышь, чуть не забыл передать привет Галкиным. Галкин, вам привет огромный. А за что просто так, как в том мультике? Та-та-та-та-та, та-тара, та-да-да-дай-да-дай, ла-ла-ла. Ох ты что, штормовое прямо, да? Стонет волна штормовая, в дальние дали маня. Так, не грусти, дорогая, дорогая, не грусти, когда сало готовлю и я. О, Катюня, иди сюда, будем делать намазку. Кориандр прямо именно весь. Прямо весь. Марат тут начесночил целую кучу. Ёшкин кот, ты что еще тот парень? Соль крупная. Ну, не весь, не весь, не весь. Красивая. Вот так вот. Красивая, бесподобная. Как я. Такое себе. А зачем ты так говоришь? Что ты тогда со мной делаешь? Я про соль. А, ну ладно. Ой, только ты как это, елки-палки. Ты что, мне надо что, тебе еще троих нашлепать, чтобы ты поняла, что я тебя люблю? А что, любовь как это, вот этим шлепанием меряется? Я думала, чем-то другим. Эх ты, Катюня. Как ты думаешь, хочу с тобой посоветоваться, пока отец увел ребенка. Угу. Вот я сейчас соль с кориандром. Ой, как пахнет, как пахнет. Не передать. Перемешаю, высыплю сюда. Не будет ли это суховатое? Прилипнет ли оно к салу? Масочка, не надо капельку добавить? Нет, ну куда? На сало масочка. А в конце концов, что? Мне кажется, что ты же не будешь его холодным мазать. Тепленькое же будешь мазать. Оно ну, хотела бы, чтобы остыло. Да без разницы как. Надо, чтобы руки не обжигало. Оно чтобы оно остыло. Хорошо. Добавить всегда успеешь? Ладно. Я понял, что нефиг с тобой советоваться, короче. Да просто не надо к салу еще и масло. Чуть-чуть, для вязкости, липкости. Все равно не надо. Вот ты что, у тебя диета покрутила, елки-палки. У него при слове масла аж ты лучше волосы покажи, дыбом встают. Какой у тебя красивый живот стал. Покажи, покажи, выровняйся. Еще чего? Обера ходю ту-ту-ту-ту-ду-ду. Хоу! Ту-ту-ту-ту-ду-ду. Хоу! Хватит. И шо? Шикарный вид? Катюня, ты посмотри на эту крупнокалиберность. Так, листики природы давайте, до свидания. Хотя в нашем сале не помешает. Я буду сыпать. Вот это да! Вот это
Слушай, ты просила Давида, чтобы привез тебе соль из Израиля, с Мертвого моря. Скажи, что тебе уже не надо. Я уже... А, вот ту огромную? Ну-ну. Катя, убери руки. Мне не нравится, что ты... Тебе не нравится, когда я тебе говорю, что ты тупишь? Ну, ты сейчас начала именно это делать. А так было приятно там ковыряться. Я сын на нее смотрю, у нее струна течет, губа отвисла, начала мешать и забыла про что. Скажи Давиду, что не надо уже, Давидка. Давидка, не надо уже соль. Все, я уже нашел. Он уже нашел. Теперь Давидка, ты будешь ехать в Израиль, вот это вот рецепт запомнил? Будешь вести. Слушай, бросаю карасей. Ты везде с этой миской? В косметологи пойду. Да ты что, я что-то необыкновенное только что придумал. Это по-любому целебное и полезное. Если вот это вот намазать на то место. Ну видишь, зачем тут масилка? Посмотри, какое сочное оно. То, что надо. Ну хорошо, да. Соль вот так вот сделала приятно теперь. Разошлось. Я хочу, Катюшечка, поэкспериментировать. Каким образом? Вдруг это больше, чем приправа для сала. Ты хочешь что, попу себе намазать? Может, это людям в жизни поможет. Антицеллюлитная смазка, да? Мою-то что мазать, и так сухая. Давай тебе намажем сбоку, посмотрим. Рассосется, если рассосется... Иди. Так, вот. Хотел только что спасти человечество. Спасибо тебе. Да не за что. Эдельвейсы у него на этом самом. Ёханый бабай. Давай, у меня уже терпения нет. Сколько время? А, все. И что там будет? А представляешь, сейчас там все такое, жижа одна. А? Представляешь, если там одна жижа? В смысле, сало растворилось? Да. Может такое быть? Еще раз съездим. Да, конечно, не может быть. А куда? Я точно знаю, что он там... Что? Миски-то нет куда выкладывать. Вот. Я точно знаю, что этот. Что она стала мягкая, нежная. Бабочка прилетела на сало. Ты бач? Смотри, вот она. Ты, балда, ты даже бабочку толком снять не можешь. Моя хорошая, иди сюда. Иди ко мне, родная, ко мне. Обалдеть. Наверное, с Китая прилетела, не понимает языка. У нас просто сегодня 21 градус. На трусы села, вон она, иди, иди, вон. У тебя трусы, что с Германии приехали возле платья моряцкого, бачишь? Давай, оператор, твой выход. Слышь, там сейчас бабочку штормит, елки-палки. Знаю, я именно села на мотню, понял? Шо, тебе видно? Ну, ветер мешает, что? Да, ты так снимаешь, плохому танцору... Да, ветер, да. Ветер мешает. Да, тебе? Да, ж дома. Пошлятина. Иди сюда, давалка, я сало открываю. Сережа, ты уже, по-моему, заговариваешь. Ты же сказала дать тебе. Иди, она уже улетела. Катюша. И не подумаю. Катюй. Не рассказывай. Не, это вот что значит профессионал, понимаешь? Вцепилась зубами в этот фильмоскоп. Тебя что, на Animal Planet пригласили выступать? Только я мотню снимаю, а не бабочку. Катя, меня от твоей мотни уже укачивает. Иди сюда. Опача. Вещь просто, я считаю, что молодец тот, кто придумал. Афганцы, казанцы, кто это придумал, но вы большие Вот его развезло. Марат, Катенька. Высунь фильмоскоп, мне надо всунуть руку потыкать. Масло масляное. А ну вот тут давай поковыряй-ка хорошенько. Что? Угу, слышишь, это какой-то шедевр. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Все, давай буду доставать. Ого. Ого, а ну-ка аккуратно. Давай его доставать, пусть оно остывает. Аккуратненько. Марат, или уже получилось? Сейчас я посмотрю. Миланька. У него... Ты сейчас кайфаешь. Другое сейчас. Другой рецепт, да. Слушай, а его не надо перевязать там как-то? Мы все это сделаем. Марат, такое красивое. Да я вижу.
Не, нам перевязывать его не надо, мы его сейчас натрем и пищевой пленкой замотаем плотненько. И в холодильничек. Ой-ой-ой, ты шо, шкура полезла, ты понял? Боже, Серега, не дразни запахами. Пахнет? Пахнет метров 200. Это пиво и рассол. Это фантастический пах. Слушай, а не так уж его и много, да? Да подожди, я еще не все достал. Ох ты шо. Вот это шикардос полез уже. Тебе не тяжело? С таким салом работать? Нет. Не, миску держать. Нормально. Я. Марат. А? Может, останется так на день рождения. Гостей угостим. Дай бог. Ой-ой-ой. Так. Усё. И Ланька, и тебе кусочек дадим, не переживай ты так. Что я забыл сделать? А, сюда перец осталось добавить. Во. Она кушать хочет. Сейчас, Марат, сейчас. Накормим. Прямо сало? Смотри, что творится. Ох, вот это я... Вот это я дал так дал перца. Это у нее что значит? Это она дует на горячее. Понял. Это надует на горячее, ты понял? Слышь, я перца столько сделал, что это будет концентрат такой. А зачем? Вы же еще не попробовали, как тут было вкусно. Он развалился, я видела. А ну-ка, Маратжан, твой выход. Лизните. Ну, да не, ну тут-то ничего не будет. Прям что-то божественное, понял? Можно... Можно по губам мазать. А-а-а! Вот что я сделаю. Где поварёшка? Я вот сюда добавлю бульончика. О, вот это другое дело. Чуть-чуть. А то масло, масло. Видишь, какой ты молодец. Серёжа, оно очень вкусное и так. Я попробовала. Это придаст ему... Ты когда будешь нарезать, у тебя тоненькой... кромочкой будет вот это вот перчик с чесночком. А сало внутри, я вот за это уверен, что это будет что-то необыкновенное. Ты что, гутуля, рассол, пиво в конце концов. Катюня, слышь, быстрее патентуй, пока немцы не срисовали. А то на здоровье будет, да? А, ладно. Всем хватит. Согласен. А ну-ка, стой. Сейчас я аккуратненько сюда вот вывалю. Пусть оно уже... Трошки остывает. Оба-на. Есть. Марат, а сегодня смольный. Так, не хочется шкуру же нарушать. Посмотри, какая она, а? Кать, ёшкин ты кот. Кать. Это точно какой-то эликсир молодости мы придумали. Красивая, Серёж. Так, а ну стой, Катюшка. Давай вот так вот все. Пусть остывает. Все, пускай. Немножко остынет, и я как одену перчатки, понял? Что этот гинеколог-акушер, сальных дел мастер, как начну, как решу втирать. И трещинки смазывать. Алло. Катюня, слышишь, лови все лучики, елки-палки, давай, исполняй по полной, иди сюда, у меня хороший кадр. Ты что, на фоне огурцов? Давай, 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 давай. Иди, не бойся, я страхуюсь, если гэпнешься, это тут ковер. О, поняла? Что за бронза? Стоп! О-о! Замри, замри, замри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья, я, конечно, дико извиняюсь за то, что вы сейчас видите, и у вас там происходит какое-то именно кишкоблудство непонятное. Я просто это вижу здесь перед мной скрыт, я понимаю, что я там могу попробовать. И у меня просто утопия какая-то во рту. Чисто.
Ураган. Как это с водой связано, вот это вот стихийное бедствие? Тайфун, о, тайфун. Кайфун, не, кайфун, ай, кайфун. Кайфули, сегодня мы с тобой кайфули, ведь я тебе это сало. Когда-то дам попробовать завтра. Перчатки забыла одеть. Катюня, да я не забыл, все нормально. Смотрю, все ли из, как это, нафантазированного. Можем мне как этому? Кому? Нобелю этому приснилось что-то. Его все сразу, и ты хочешь сказать, сразу начали знать. И может и мне все вот звезды вот... Мишелина. Там мне не присвоят. Надо звезды, просто чтобы это, может, как это. Чтобы люди пользовались. Вот это для меня важно, чтобы. Чтобы пользовались и не плевались, не говорили, Липован, эх ты. Она говорит, эх ты. Только карася жарить умеет. Ну и что? Ну я же развиваюсь. И трактор. Я же развиваюсь. Так, что это, куда это, куда это лишнее? Это вот сюда, это вот сюда. В гастроемкости. По одной. Будем натирать. Эх ты, с чего начать? Даже не знаю. Блин, все прелестное. Прелестное и прекрасное. О, листик. Ай-яй. Мне кажется, я тебе здесь за этим процессом особо и не нужна. Ты сильно разошелся? А чего? У тебя же много кусочков мяса, а помазки там не очень много. Катенька, ну я же ее не на пол, она у меня улетает, эта помазка. Что ты как ворчливая вот эта вот бабенка, чтобы так сказать, любя так вот этот. Сереженька. Женщинка ворчливая. Женщинка, это вот там, не знаю где. Ну то и не умничай. Это я хотела тебе сказать, что я просто расчетливая, понимаешь? Понимаю, понимаю. Да. Понимаю. Многие, считать умею, сколько розеток нам нужно. Многие, я только хотел сказать, многие видели твой ремонт, да, многие в шоке. Так, ты что, так хватит смазки, не переживай. Все, я вот это сейчас намазываю. Угу. И... А может ему дать постоять, а потом в пленочку, чтобы оно пропиталось? Ты что, считаешь, в пленке оно не пропитается? В пленке еще лучше произойдет процесс. Просто мы сейчас на теплом состоянии, ну на комнатном. Это все дело всунем... в холодильник, а дальше чистая физика или химия, как тот урок, который я пропустил, ага, будет происходить, оно будет сжиматься от перепада температуры, и вот это все в себя вбирать. Блин, какой-то технолог, елки-палки, во мне вот этот вот несостоявшийся. Ой, какие же они все красивые кусочки. Короче, из того, что из этой технологии, ребята, 15 минут хорошей активной варки в афганском казане. Дальше выключаешь, сколько там, минут 20 остывает, и вот тебе получается то, что получается. Я думал, что 10 минут, а по итогу получилось 15. Понятно или непонятно? Понятно, что варить надо 15 минут в афганском казане. Теперь понятно. Да, куки? Да, куки. 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 Ай, куки. Кать, посмотри на эту шкурку. Я даже... Тут собачка просто прыгала. Не знаю, ты так вот это вот мельчешишь руками, что никакую шкурку увидеть невозможно. Ладно, снимай шкурку, а я потом, короче, буду ты без... Ты три аккуратненько. Без вот тебя. Так вот. Как будто бы представь, что это что-то приятное для тебя. Ты что, меня уговариваешь? Нет, я тебе рассказываю. Делаю, мне это и так приятно, ты рассказываешь, делать. Что ты как а это. Ты представь, что тебе очень приятно. Эх ты, женщина. Твоей мечты. И юмор у тебя такой же. Все, туши, я сейчас перемажу, позову тебя. Хорошо. Так, осталось финиш. А Марат где? Финита ля комедия. Шо-шо? Марат-то где? А, ушел в расстроенных чувствах, ешкин ты кот. Чего? А он как узнал, что это сало мы сегодня пробовать не будем? Расстроился, топнул ногой своей еврейской и как это там, 37-м размером, и пошел. Да, мы сегодня его пробовать не будем, будем пробовать его завтра, так что, друзьяки. О, к Алене возьмем с собой, правильно? Кусочек. На так, хинкали. Слушай, хоть куда угодно. С таким салом, я думаю, ты будешь уважаемый гость в любом доме. Я даже не знаю, что... Да шо, по порядку. Ой-ой-ой. А представь, если его еще положить на гриль и чуть-чуть подкоптить. А? Вот я сейчас просто именно
Вот с головы прямо аж до самых пят вот в тебя влюблен. Вот насколько мне приятно, что мы думаем одинаково. Я вот стоял и думал, что еще может сюда вот только вот именно бахнуть. Вот это и, вот этот, и это у меня прориснуло, понимаешь? Я же тебе не сказал, ты прямо именно мой человек, брат, люблю тебя. Персик ты мой. Душа. Душа моей специи. Ёшины-кины-коты. Так, а теперь... Как сушисты делают, катают свои роллы аккуратненько, вот так вот натягивая. Ай-яй-яй. Прям тут целый станок, слышишь, Сережка? Ну уже все, хватит расходовать пленку, что ты разошелся? Вот уже, как это, давай мы останемся в тех отношениях, когда персик мой души в тебе не чаю, ё-моё. Не разочаровывай меня. Не я буду, если я промолчу. Так, все, вот это файно. Блин! Прямо очень хорошо. Ты, я смотрю, кайфанул, да? По полной. А потом мы вот его нарежем, вот этими огурчиками украсим. А ты что? Хлебушек черненький затушим. Аджику там, короче, сделаем. Аджика уже лишняя. Тебе лишняя, а я захочу. Все. Как-то по проспекту с оператором гулял. Вижу на прилавке. Ой. Качалочка, лежал. Да, короче. Вот так вот нормально? Прекрасно. Все. Там колбаса. Слышишь, я только что нам домашнее производство придумал. Да? Да. Короче, если ресторан закроем, будем хочу. С тобой сало готовить. Уже закрывай его, давай. Пока я рецепт не забыл. До свидания. До свиданечка. Куки ты, моя девочка, пришла. Слышишь, а мы себя какую сначала, маленькую собаку или большую заменим? Я думала, что у нас одна будет. Чего это вдруг? А ты считаешь, что у нас четверо должно быть? Собачек. Слышь, ну кота 4, а что ты что к собакам не то имеешь? А, хотя надо начать, а там разберемся. Вот. Ты же помнишь, что мы зигенхундера хотим? Припоминаю. Ну, ребята нам чуть-чуть не прислали такого щенка, елки ты палки. У тебя все впереди, Сережа? Как этот водитель? Зигенхундер. Спереди. Если бы он приехал, то бедный бы все бы сидел бы вот там вот с четырьмя котами в одной куче. Дома? Не ну, развернуться, да, не повернуться. Не. Скоро, вот уже скоро закончится уже этот наш ремонт. И вот тогда уж заведем себе уже кого надо. Так. Сереж, я думаю, что я тебе уже опять не нужна, в принципе. Мотай свои колбаски. Что скрипит так неприятно. Я буду только пленочку контролировать, чтобы ты не переусердствовал. Короче, друзьяки, вот чтобы у всех вот такой кусочек был, а? Ты шо прямо? Ёлки-палки. Ты это лучший подарок на день рождения. Вот его и получишь. Вот это я Марату подарю. Друзья, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня. Катал колбаски? Не знаю. Что-то придумала детский липован. Но это самое лучшее, что вы пробовали по-любому век на лодке не кататься. Всем пока-пока. Чао. Ты что от меня? Куда ушел? Маратик, он там уже закончил. Вернулся? Вернулся. Говорит, дай сало кусочек.